Всем привет! Вы на канале 3D поделки. Сегодня я буду делать вертолет. Вертолет у меня будет двух цветов: серого и желтого. Начинаем рисование. Первым я буду делать лыжи вертолета. Двухсторонние. Такие они получаются. Лыжи готовы. Теперь я буду делать лопасти. Винты, то есть. Это вот эти четыре части. И вот это. Еще и вот эта часть. Готов пол вертолета. Пластик я уже заменил. Надо будет это все потом как-то еще и скреплять. Сейчас я буду делать боковушки. Эту часть. Это крышу буду делать. Зад. Тоже боковую. Ну и вот что же сюда спереди будет крепиться. И еще потом крыло заднее. Вот оно получилось. Сейчас это все надо скрепить. Сейчас надо скрепить это все. Это у меня займет не сильно много времени.
Теперь надо прикрепить к ней оперение хвостовое. Можно и так назвать. Вот вертолет готов. Простите, что не показал, как делал детали, как склеил. Так получилось, что я забыл включить видео. Вертолет готов. Хороший, классный. Буду на нем летать до школы. Очень круто. И смотрите, передо мной лежат очки большие. Я хочу сделать их большие или маленькие очки. Напишите в комментариях, какие очки делают, маленькие или большие. Какого цвета? В моем распоряжении цвета, которых много есть. Желтый, которым я делал вертолет, светло-зеленый и белый. В комментариях снизу напишите. Снизу пишите. Какого цвета и каких размеров делать мне очки. Ну, а если вам очки нравятся, напишите свое мнение. Что вы хотите, чтобы я сделал следующее. Всем до свидания, всем пока, подписывайтесь.